Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Добро пожаловать в ЕСинтуки. Общероссийский дивизион, финал женщины 7-7, национальная студенческая футбольная лига. Ой, какой момент. Удар по воротам. Скидка. И выстрел Куртаметова и мимо. А это удар Кирова. Браво, браво, голкипер. Должен выиграть в этой игре. По мнению экспертов. Пошла в обыгрыш. И вот ударная позиция, выстрел низом. В ворота мяч летит, Шибанова. Это центр на Куртаметова. Куртаметова, удар по воротам. Мирошниченко. Шибанова перед собой. И мяч в воротах. Елена Амелина. Гол в раздевалку. И выстрел издали, 2-0, Воронеж. Шибанова выпускает мяч из рук, но ничего страшного, Полина, не расстраивайся. Разбираются пальчики Воронежа. Вышел кто, пытаюсь понять. Ух ты! Тут чего-то не хватает, пожалуйста, хет-трик. Ну, это вот, блин, браво, умничка, снимаем головной убор мы перед Еленой. Также с очень сложным соперником. Звучит финальный свисток, 4-0, итоговый счет. Поздравляем Воронеж с победой. Меня зовут Артем Еремин, я для вас эту трансляцию комментировал. Ну, а вы самые лучшие зрители в мире. Всем пока.